Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, заходим на арену и делаем запрос. Так, 15 собора нам дали, и в придачу ко всему вот такие награды. Это мелочи жизни, друзья мои. Так, и у нас опять же будет крипта, да? Крипта будет у нас на розыгрыше. Ну... Она у нас прокачана полностью, поэтому меня она, честно говоря, не интересует. Но задание я все равно выполню. Давай выпустим с тобой молотильщика. Его здесь одного будет более чем достаточно, чтобы разнести тут всех вот этих вот големов. Кто там у нас еще будет? Никого больше. Но тем не менее. Так, главное надо было бы нам пройти, чтобы наградочку потом получить. Так, тренировка, да, конечно, тренировка. Где наша команда? Запрос. И выбираем опять. Оп. Пошли, ребятушки мои, тренироваться. Так, ну а я... Так, подожди, ежедневные испытания сейчас гляну. Ох ты, это же, друзья, подожди, это... Подожди, это же епископ или это Санта? По-моему, это, ребята, епископ. Так, сейчас гляну. Да, это епископ, а Санта выглядит немножко по-другому. Ну, он нам нужен. Он нам нужен, друзья мои. И к тому же нам надо звездочку. Так, слушай, команда какая нежити-то. Посмотри. О, а я-то ограничен. Ладно, я возьму так. Друидушку возьму здесь. Наверное, мне надо будет взять замок. Возьму, наверное, паладина. Рыцаря и, наверное, вот так. Ох, не знаю, друзья мои. Честно говоря, не знаю, что меня ждет. Уж больно у него команда сильна. Там у него банши. Единственное, кто меня может выручить, это воин-маг. Он может, да, затащить. Так, вышел голем. Я его отправляю тогда так. Мне надо хилку, наверное, ребят, все-таки. О, чумная мышь. Окей. Фаербол. А он клетку... Нет, он что-то хотел, ребят, выпустить, я так и не понял. Вроде бы как клетку выпускал, но... О, паладина, какие ничтожные, дешевые, ребята, атаки. Ну, прям вообще... Ты посмотри, как жрица, ребят, хорошо работала, а? И так, ручками, и так. 18 карточек дайте, пожалуйста. Ой, 23. Что это мне 18 в голове засело? Так, и мы продолжаем. Продолжаем с тобой путь. А что, если я возьму... Вот так вот, если я возьму, допустим, ребят. И вот так. Маг, блин, я не понимаю, ребята, он необоснованно стоит 350 маны. Он необоснованно стоит столько дорого. Понимаешь? Он не тянет на такую сумму. Я максимум дал бы ему, ну, 300. 300 дал бы. Ну, никак, извини меня, не 350. Ну, это прям вообще какая-то бразота. Вот смотри, если я сейчас еще вызываю... Опа, вот смотри, сейчас мы с тобой что будем делать. Мы сейчас будем с тобой спокойненько отхиливать. Ай-ай-ай-ай-ай, отхиливать спокойненько, ну. А я вот так сделаю. Блин. Ты смотри, что... А ну-ка, вольни этого, блин, служителя тьмы. Он тут приборзел, я смотрю. Мне не нравится, ребята, маг вот этот вот. Там еще и это, некро вылезло, да? Но бомбит он на самом деле далеко. Если вот здесь замок, а он стоит тут, то ты сам видишь, какое расстояние у мага. Но у него атака не такая мощная.
Тут надо признаться, атака у него не такая мощная. Такс. Чё взять-то? Ну давай опять то же самое возьмем с тобой. Зачем, как говорится, портить кашу маслом? Правильно, кашу маслом не испортишь. Поэтому берем с тобой старый отряд. Естественно. Не, рыцарь маг, да. Вот он здесь тащит. Эту катку просто тащит. Просто рвет. Почему? Ну, потому что, ребята, он бьет наземные цели, воздушные. Плюс у него имбовое отражение есть, которое мы знаем. Ну, то есть, такой довольно универсальный персонаж. Прям вот не подкопаться даже. Ну, естественно, 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 естественно лезет. А что они делают-то, я не могу понять. А, мы освободили. Но с запозданием освободили. Вот, видишь, это вот отражение срабатывает. Тут еще и паладин подписался под это все дело. И по итогу все, ребят. На тебе. А вот это было, а вот это было жестко. Они что, друг друга? Они прикинь, захиливают. Жрица стоит и захиливает. Прикольно. Голем бьет, она хобана захиливает. Еще бьет, она хоб захиливает. Нормально, нормально тут разыграли они. Так, ну что, ребята, все. С нашим пастырем мы закончили. Мы собрали 3 награды. Квест даже какой-то умудрились выполнить. Так, и теперь у нас будут, ребят, поединки. Так, это у нас нефритовая долина с ниндзей, с самураем. Ну, против них, я думаю, наверное. Что против них? Это команда. Ну, давай попробуем, но ниндзя, блин. Да тут даже не ниндзя, а тут самурай. Самый нытик из нытиков — это, ребят, самурай. Поэтому в первую очередь вызываем с собой джиггернаута. Да-да, он как раз пойдет. Ну, видишь, он следом пойдет вызывать ниндзю. Мы, в принципе, можем тоже с тобой сделать такую же комбинацию. Но вот это вот нытье, да, да. А ты сомневался, что он будет ныть? Я нисколько не сомневался. Нытик, потому что, ребят. Потому что он нытик. И ты с этим ничего не поделаешь. Ну. Ну вот это уже будет похуже. Иди там куякай где-нибудь в другом месте. Да. От ползуна здесь толку, конечно, было как от козла молока. Ну, благо прошли. Прошли, запинали. Все вроде бы как четенько. Так, здесь храмовый пес. Блин, тут довольно быстрая команда, ребят. Довольно быстрая команда. И нам нужно тоже, по идее, кого-то из быстрых. Ну, например, возьмем эту. Молотильщик, да, он быстрый, но собака его может напугать. Сейчас посмотрим, насколько мы быстро. Ну, прилично. Вот это вот падаль вышла, блин. Ну, ядрен матрё... О! Да, фиг, я обрадовался. БФГ-ху тогда вызываем, ребят. БФГ-ху, молотильщика. Ну, все как полагается, ребят. Все как мы, блин, любим. Да ну нафиг, ты что, серьезно, что ли? Ну, он всех просто бомбанул, ребят.
БФГ, ну ты будешь бомбить-то сегодня? Блин, подходит там куда-то, непонятно куда. Прям вплотную, блин, прям вот носом ему, блин, в пупок, блин, дышит. Зачем ты так делаешь? Понимаю. Так, ну тут бог ветра-то, конечно, с ним шутить нельзя. С богом-то ветра. Никак нельзя. Так, ну что, у меня тут есть Ронин, у меня есть рыцарь маг. Да у меня все тут есть. Все, что мне нужно для хорошей, ребят, победы. Сейчас мы тебя встретим. Блин, храмовый пес бежит. Не удалось у него напугание. Скорохода квест завершен. Ронин, будешь бежать? Нет, он сегодня... Но он сегодня, ребят, не в форме. Он нытик начал наяривать, блин. Нытье это. Бог ветра даже не появился. Тьфу. Даже лицо свою физиономию не высунул, ребят. Еще квест выполнили. Прям сегодня день квестов каких-то. Ну что, забираем нашу награду. Здесь у нас... Да ничего хорошего не было, если честно. О, самая легкая, ребята. Долина подданных. Давай возьмем этот отряд. Ну тут, видишь, тут у него черный рыцарь плюс фехтовальщик. Ну, если с этим еще справится ползун. В принципе, с фехтовальщиком там. А что, в принципе, что я переживаю? Я могу вызвать так и следом позвать вот так. И... Оп! Не сладенько будет. И потом сразу же еще ниндзю. Она будет как подстраховочная у нас. Потому что этот в ярость будет впадать. Естественно, будет очень много наносить дамага. Мы этого позволить не можем. Ну, тут уже все, ребят. Песенка спета вражеская. Да? Что и требовалось доказать. Так, ну что, мы с тобой продвигаемся дальше. У нас второй этап, и здесь тоже ничего страшного. Копейщица стандартная, ребята, идет, как сказать, как это называется? Это стандартная комбинация, да? Можно так назвать, наверное. Ну, все как и должно быть. Ага, все-таки оглушил. Вот здесь, знаете, в чем проблема? Вот если копейщица сейчас вот... Ну, она не сделала. Она могла бы, ребят, толкнуть моих бойцов ближе туда, к стенке. И своим копьем, ну, грубо говоря, пробить. И, а ты знаешь, если один урон наносит, мы с тобой переигрываем. Потому что мы с тобой всегда идем на 3 звезды. И как бы не хотелось бы все там заново перепроходить. Так, третий уровень здесь, опять же, ничего страшного. Ну да, лучница будет. Ну, будет лучница. Ну, стрельнет там пару разиков. Ну, может поджечь нашего юнита. Но ничего такого существенного. Вот тут бы, конечно, ребята, нам джиггернаута бы. Я, наверное, вызываю джиггернаута плюс. Вот так вот делаем. Бамс. Блин, все время забываю, что у него есть этот стан дурацкий. Напрягающий для меня стан. Хоп, в тюряшку его. Я не понимаю, вот он в тюряшке. Зачем они его бьют? Он же и так в клетке стоит. Они его почему-то, ребят, продолжают бомбить. Я не понимаю. Вот этого я не понимаю. Раньше, я помню, мы в клетку сажали противника. И все, они просто проходили мимо. Мои бойцы просто проходили мимо. Здесь же они все равно почему-то лезут в бой. То есть он в клетке, а они сидят. Ой, тихо, ребят. Так, здесь бродяга. Это же, по-моему, этот уровень, где он сейчас меня будет затравливать своими бродягами. По-моему, этот уровень, да.
именно этот уровень. Поэтому нам надо быть наготове и вызывать ползуна. А вот так я зря делаю. Так можно, ребятушки, попасть. Но не в этот раз. Джиггернаут его не пропустит. Джаггер его не пропустит. А погоди, а как он же... Ребята, мы в него... Ну вы же видели, что мой ползун врезался в него. Он просто так легко, ну, отскочил в инвизи, опять же в инвизи. И ему ничего не было. То есть он не получил урона. Странно, да? Очень странно. Такие странности в последнее время очень часто появляются в игре. В инвизи. Он что? Ну, я понимаю, если ты в инвизи не уязвим, но он же уязвим. Должен быть уязвим. Да даже если бы он в инвизи, как тогда, извини меня, увидел мой ползун его? Если он в инвизи. Так. Так. Блин, Ронина поджарили. Ну. Ронин бежит, бежит. Сейчас. Жух. Прекрасно. Там и прыгун постарался, там все. Кто на что был гораст. Сделали, как говорится, свое дело. Идеально. Так, ребят, мы переходим с вами. Вот, территория нежити. Банши плюс голем. Подожди, банши плюс голем. Эта истеричка будет орать, как всегда, в три горла. Значит что, выпускаем голема. Плюс молотить. Блин, так эта же дура сейчас выйдет, будет. Да, она же и будет орать тут. БФГ тогда еще. О! Дооралась. Она вышла. Она только вышла, этот лучом бабанул, и все. Она так крякает. И ее больше нету. Идеально. Да, так получилось идеально. Она не успела выйти, как ее лучом БФГ пробомбила. Вот это мне понравилось. Это достойно было. Так, второй этап. Ой. Вот тут уже, ребятушки, будет похуже. Потому что здесь, блин, прыгун. А мне прыгуна чем контролировать-то? Подожди, а чем мне контролировать прыгуна? Ну, понимаешь, щитобот, он мог бы выстоять, мог бы. Если тот, например, будет без истерики просто идти. Или это не тот этап, я просто пока не пойму. Блин, ну Саник на журавле, ну не очень, как сказать, он не очень силен против... Да ты заколебала. Давай подтянем их, наверное, чуть-чуть. Ой! Вот, 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 смотри, что происходит. Ну вот, ребятушки, вот, вот вам и результат. Вот вам, ребята, сейчас только что был результат. Видишь? Он его рвет. Он его просто рвет в истерике. Поэтому я выставляю сюда... Друидка, ну ты появишься или нет сегодня? Так. Прекрасно. Ой, подожди, а это же голем. Это же не наш голем-то. Такой идет вместе с нами, марширует.
Так, что-то тут как-то есть. Всадники на журавле, ребят, постарались. Ну, сложно. Сложно против прыгуна. Вот прыгун и Ронин, они таких два бесевых юнита, на самом деле. Действительно, бесевых юнита. Как вот здесь, когтистый. Будешь его возле своей базы бомбить, не дай бог он погибнет и голову свою откинет, база получит урон. А раз база получит урон, соответственно, минус звездочка. Оно надо нам? Нет. Вот, вот как вот он так делает, а? Вот как он так делает, ребята? Сразу же, блин, и тех, блин, понавызывал, блин. У меня энергии не хватает, чтобы все это вызвать. А он вызывает одного за другим. Причем такие юниты дорогостоящие, между прочим. Ну ладно, там Голем 175. Ну вот это-то. Плюс Банши еще лезет. Ну, дорогущее удовольствие. И он без перерыва вызывает их. Прикинь? То есть, получается, как будто нон-стопом. Плюс еще когтистый вызывает своего этого... Свой череп бросает. Благо у нас там две баллисты довольно хорошо наяривают, дают им там шороху. Ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Ну, а тут уже все, ребят, тут уже финиш. Замок. Ага, подожди. Ну да, все равно финиш, ребят. Я даже друидку с выпендрежем вызову. Она хоть и не пригодилась тут. Но тем не менее. Так, двигаемся дальше. У нас четвертый этап. Блин, опять этот прыгун здесь, а? По-моему, вот этот уровень у нас сейчас будет, где он постоянно будет вызывать этого прыгуна. Паладин в одно лицо с ним не справится, друзья. Не получится у него выдержать. Если он истерику включит, не получится. Повезло. Просто, ребят, повезло. Но расслабляться не стоит, потому что он же сейчас опять вызовет. Опять же его позовет. Поэтому я сейчас хочу на друидку накопить. Нет, паладина буду вызывать. И опять же нам повезло. Банши нельзя подпускать, понимаешь, к нам близко. Да что тут происходит-то? Уже достали, а в корень. Нет, 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 не надо всем скопом идти. Истерика, ребят. А, он в тотем, прикинь. Он истерику потратил в тотем. Фу. Прыгун обделался. Ёк-макарёк. Нет, ну это и круто, что он обделался, если честно, ребят. Это круто, что он объелся. Ну, наверное, все, я так понимаю. Тут уже базу запинываем. Да, баллисты там постарались. Только шорох. Тю-тю-тю. Расстрел был. Так, давай дальше. Последний этап. Здесь у нас... здесь у нас дедушка. Воин. Старый сапожник. Поэтому тут как бы надо все по-тихому делать. По-тихому, по-быстренькому. Без суеты. Так, ну что, рыцарь маг в принципе готов. Вызвал, навызывал, блин. Да понятно. Какой там чумнуху. Так, давай, наверное, прыгуна еще закажем с тобой. Шикарно. Прыгун сделал свое дело. Практически, ребят. Дед, вали, 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 вали отсюда.
Вышел он мне там. Я что, думаешь, ульту просто так держу? Именно для этого момента, ребята, я его удержал, чтобы как только он появился, высунул свою, как говорится, физиономию, мы сразу у него ультой и бомбанули. Опа, хорош, отлично, the best. Так, ребята, а у нас с вами 250-й портал. Встречает нас территория роботов. После идут захватчики, дальше идут нежить, тиракоши и роботы. Так, подожди, у нас две территории роботов будет. Ага. Две территории роботов у нас. То есть две повторки идет. Окей, ладно, хорошо. Так, ну что, паладина выпускаем первым, получается, да? И следом выпускаем тогда баллисту. И тогда все, в принципе. Победа здесь уже будет за нами. Ну да, да. Плюс, например, можно взять всадник на журавле. Хоть это и не обязательно, но... пускай будет. Паладин, что, хорош, ребята. Он сам по себе ватник, но он делает вот тут. Легкую броню надевает на наших юнитов. Какая-никакая, но все-таки броня. Согласись. Ну и плюс баллиста, вот то, что там издалека поливает своими стрелами. Это тоже как бы гуд. Ну все, 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 все. Сдулись, сдулись, ребятушки. Вас разнесли. Разнесли вас в пух и прах. Так, у нас вторая, ребята. Ой. Ой-ой-ой. Толкатель. Ну, про толкатель уже все прекрасно знают. Я же всем вам уши прожужжал. Кто, что, зачем этот толкатель, чем он опасен. Ой, я не то сделал. Фу ты. Че я... Блин, не то, конечно, сделал. Ой. Господи, он же, блин, совсем рядом. Блин. Ну, баллиста, сделай доброе дело-то, ну. Пошукай его чуть-чуть-то там, ну что ты? Да вы серьезно, что ли? Ну, вы не можете, блин, этого дурачка завалить, что ли? Ну вот, наконец-то он упал, грохнулся. Так там еще один валит. Он не может его даже застанить. Вот. Вот об этом я, ребята, вам говорил тогда. Это вот самое опасное. Он просто берет толпу, откидывает, а потом еще и сам начинает бомбить. А у него ударка, извини меня, не кислая. По базе может дотянуться только шорох. Вот смотри, волна у него. Видел, докуда вот дым, докуда дымок идет, ребята, у него из-под его хлопка. Вон до туда у него зона поражения. То есть довольно приличная, если честно. Поэтому толкатели, ну, как бы, не знаю, недооценивать его не стоит, ребят. Так, у нас с тобой третий этап. Блин, тут магия закончилась. Ой, магия, манна. Ага. Ага. Но тут толкателя нету, но зато есть джиггернаут. Если выбирать джиггернаута и голема, ну, конечно, джиггернаут будет посерьезней. Но у голема есть... А, и у джиггернаута, кстати, тоже есть. У него есть отхил. Автоматически, ребята, отхил. Но когда он с этим паразитом выходит, тут уже плохо. О, тё-тё-тё-тё-тё-тё. Давай-ка вот так вот сделаем. Корни нам помогли. Здесь замечательно. Мне вот непонятно здесь, ребята, одного. Почему вот на арене, когда мы деремся, да, заклинание от башни применяется. Здесь же не применяется. То есть враг, он просто не применяет здесь ульту от базы. Это было бы намного сложнее. Намного, ребята, было бы сложнее драться, если бы он применял здесь ульту.
Так, погоди-ка, тут этот... С этим-то надо как-то... Надо побыстрее. Я не понимаю, к чему тут клонят. Бот-паук и все там подобное. Это... Довольно серьезная командочка. Такая вот командочка-зажигалочка. Можно так ее назвать. Погнали. Начнем, наверное, с мага. Ага. А Ронин выбежишь? Да нифига, ребят, не выбежал. Сейчас улетит с удара просто. Молодец, Ронин, ты красавчик. Ты красавчик. Вот сейчас ты просто великолепно все сделал. И рубанул, и двоих даже успел убрать. А вот этот вот бот-паук, это да. Но его раздавил наш прыгун. Просто раздавил, ребята. Фу. Я думал, будет намного дольше. Ну, что ты хочешь? Это же ультракоманда. Она, как говорится, не прощает ошибок. Ядерный бот. Ядерный робот, ребята, здесь. Блин, я как вспомню, какую прошлую или позапрошлую игру, когда он на нас вышел-то практически, я уже все думал, трындец, сейчас уже разложился, уже пошел отчет, и мы просто, по-моему, базу успели снести быстрее, чем он там взорвался. Но все равно напряженный был, конечно, моментик такой. Был такой напряженный моментик. Давай-ка я выпущу торнадо. Тут вот бесит этот паучара, а. Как прицепится к кому-нибудь и начинает вот это вот. Нет, тут почему-то ядерный робот, ребята, не вышел, вообще не вышел. Не взглянул на нас даже. Прекрасно, 9 самоцветов получили. Так, ну что у нас тут? Где у нас еще энергия? Вот, 2 энергии. Блин. Пришелец. Твою налево. Пришелец с боевой жабой. Такая тоже, ребят, комбинация. Ну, если я не ошибаюсь, он же будет выпускать, по-моему, летуна в первую очередь, да? Хренушки там, летуна. Как мы его, а? Как мы его сейчас, ребятушки, облапошили? Да. Умудрились мы его обмануть. Пришельца-то. Да, воруй кого хочешь. Нам уже, как говорится, по барабану. У нас тут довольно хороший отряд сформировался. Пока он там в дудку свою дудел. Замечательно. Так, получается, что у нас? И здесь кто? Воблер. Воблер, воблер плюс пришелец, да? Ну, тут по большому счету рассчитывать стоит, ну, как бы, на молотильщика. Я думаю, не надо объяснять, почему именно на молотильщика надо, ребят, рассчитывать. Потому что... Так, вышел. Вот здесь он может, кстати, его похитить. Ай, уже вышел. Так, нам понадобится, наверное, вот этот вот парень. Ага, замечательно. Прошинковали. Что он там? Кого он там захватил? Блин, голем против голема, что ли? Не пойму. Я ничего не понял. Он кого-то там выпустил, не выпустил, хотел пере... А, мы его, наверное, успели подбить, поэтому он никого и не успел, как сказать, приворожить. Да, у него, скорее всего, так и вышло. Так, слизень-морпех, пришелец и...
и жаба с пушкой. Блин, ребята, энергии нету. Закончилось. Ладно, друзья мои, тогда на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. До новых скорых видосиков. Удачи вам.